Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Политтехнолог украинский Андрей Золотарев со мной на связи прямо сейчас. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, я подготовил множество вопросов, они совершенно разных плоскостей ситуации в Украине касаются, но не могу не начать с достаточно грандиозного плана, исполняющего обязанности главы Министерства внутренних дел Украины Клименко. В общем, сообщили сегодня, что формируются отряды для освобождения Крыма, Луганска и Донецка из бывших военнослужащих, штурмовые части, там, сотрудников нацполиции. В общем, достаточно интересный посыл и интересный, клич, который бросили в Министерстве внутренних дел для того, чтобы собрать такие команды. Что это означает и действительно ли это очень серьезный сигнал? Это я бы прямо не связывал, что вот завтра эти штурмовики пойдут освобождать Крым или там брать Донецк. Нет, наверное, все-таки это речь идет о вполне логичном и прагматичном решении отобрать опытных и мотивированных бойцов. То есть наступление для вооруженных сил Украины было не самым, скажем, удобным видом. Куда лучше ВСУ показывали себя в обороне. И это и, скажем, наши противники признавали, что да, действительно в обороне ВСУ держится срочно. А вот с наступлением все было сложнее. И наступление Харьковская область, освобождение Херсонской области показало, что в зависимости, то есть разный уровень подготовки, разный уровень мотивации и разный результат. То есть просто стачивать, как говорится, в ноль механизированные бригады, где, зачастую набирают сейчас людей без должного уровня подготовки. Это, наверное, неправильно. Поэтому, министр внутренних дел, как человек, имеющий представление, опыт, здесь в этом плане стремится создать на базе Национальной гвардии Украины и нацполиции вот такие подразделения, еще раз подчеркиваю, с опытом ведения боевых действий и мотивации. Именно такие части наиболее эффективны при наступлении. А ведь мы прекрасно помним, да, несмотря на то, что сегодня российская армия перехватила инициативу, тем не менее, лучшее средство обороны – это контрнаступление. Да, очень, и надо об этом... очень интересная история. И, конечно, будем наблюдать, как вот эти буровии и другие названия, которые уже есть, гуляют по соцсетям. Как они себя покажут в деле. Да, покажут в деле. И, собственно, наполняемость. Вот самый главный, наверное, вопрос. Почему? Потому что мы видим, с одной стороны, клич «приходите». Будем готовить штурмовиков. С другой стороны, мы видим мобилизационные мероприятия. Как они перекрещиваются между собой, пересекаются? Знаете, не секрет, что Россия набирает фактически, стремится увеличить численность вооруженных сил до 2 миллионов. То есть поставить под ружье, там, называют разные цифры, 300, 500 тысяч, но все равно это очень много. По сути, это больше, численность мобилизованных больше, чем численность вооруженных сил Украины до войны. И, естественно, можно смеяться, пускать шуточки по поводу чмобиков, но, иногда количество перебивает качество. Это мы видели и во время Второй мировой войны, когда, вермахт был наиболее подготовленной и эффективной военной машиной. Но, тем не менее, как говорится, и количественно Красная Армия к 43-му году стала просто перелавливать ситуацию. Помните дневники Геббельса, который писал о том, что несметных полчищах, появляющихся как из-под земли. И, этот фактор сбрасывать нельзя. По сути, сегодня уже известно о том, что формируется в стадии формирования 21-я, 33-я, 116-я, 118-я механизированные бригады, 47-я артиллерийская.
И под, я думаю, что это только верхушка, как говорится. А набирать надо, по большому счету, ну, я думаю, так, если проанализировать, надо порядка 20 бригад еще. Под ружье ставить порядка 20 бригад. То есть не только надо найти под них технику. Ну, грубо говоря, каждая бригада – это 150-200 единиц танков, артиллерии, бронетехники, ну, да по минимуму. Естественно, военные могут поправить, но речь идет о колоссальном объеме техники. Но и требуются и люди. Сейчас, ну, что можно сказать так, что можно говорить в этой ситуации? Понятно, наверняка, сейчас острый дефицит командиров, младших и средних командиров. То есть дефицит всегда вот лейтенант, младший лейтенант, капитан, то есть те, кто находится непосредственно в боевых порядках. Я думаю, это всегда было, как говорится, ахиллесовой пятой и советской армии. Сержантский, теперь как бы унтер-офицерский корпус плюс младшие офицеры. И другая проблема. Ведь, ну, можно, конечно, относиться к вот этим появлению массы роликов, как проходит мобилизация, как к российскому ИПСО, информационно-психологическим операциям, но отмахиваться от этого нельзя. Дело в том, что наиболее мотивированные ушли, призвались еще весной и летом прошлого года. А сейчас, ну, собственно, нынешний, как это, территориальный центр комплектования, заменивший военкоматы, ну, вкупе с полицией, там, вылавливает в основном тех людей, у которых нет высокой мотивации. А это большая проблема. Знаете, когда человек, либо там, который отягощен хроническими заболеваниями, или у которого полностью отсутствует мотивация, ну, оказывается в одном окопе с теми людьми, которые готовы драться, ну, он превращается в очень большую проблему. И, ну, я не знаю, как говорится, какие соображения вот, на этот счет, но у нас, по-моему, проблема с мобилизационным ресурсом. То есть он, понятно, что и в России он не бесконечен, но он больше по определению. Поэтому я думаю, что в ближайшие месяцы нас ждет как раз довольно плотная мобилизация. То есть даже те, кому, как говорится, кого, мимо кого военкомат проходил еще там полгода тому назад. То есть за ними могут прийти повестки. То есть, понятно, не всех призовут в первую линию, как говорится, не все попадут в активные штыки, где, да, действительно, ну, страшно тяжело. И никакие 100 тысяч не стоят того, что приходится там переживать где-то под обстрелами, там, в окопах, под Бахмутом, когда там люди... Ну, это страшно. Но порядка миллионная армия, она требует всяких. И поваров, и техников, и геодезистов, топографов, то есть слесарей, водителей, масса специальностей. Ведь только малая толика военнослужащих, ну, является, как говорят, военными активными штыками. Ну, очень много, как говорится, и современная армия требует большого количества людей, которые заняты обслуживанием этих боевых частей. Да, действительно, поэтому мы вот видим такой переход о том, что тыл не военный должен укреплять тыл военный, и это действительно большая, да. Но вот, большая работа. К сожалению, очень часто очень многие вещи, которые сегодня происходят вокруг нас, начиная от гуманитарной политики, вот этих коррупционных разоблачений, они не работают на то, чтобы поднять мотивацию у людей. Да, вот пик был прошлой весной, да, в момент, когда враг рвался к Киеву, стоял у ворот Харькова, Николаева. Вот. Но сейчас набирать, комплектовать части будет намного сложнее. Давайте, скажем так, масштабируемся и несколько международных заявлений, связанных с международными позициями, сейчас обсудим. Почему? Потому что Украина и ЕС
саммит в Киеве, гости из Европы, дресс-коды, заявление о том, что Украина вступит в Европейский Союз, кто-то дает 3-5 лет, кто-то говорит, что можно и быстрее, все гости из Европы говорят, что точно вступит, но есть еще большая работа по этому поводу. Но ведь самый главный вопрос вот перед тем, перед украинцами стоит, вступит или там не вступит, это вот когда закончится война. И вот как раз эти европейские гости, вот, например, Боррель, говорит, что ЕС готова к переговорам, от Москвы не видит сигнала. Вчерашнее заявление Лаврова, ну, тоже своеобразный сигнал о готовности к переговорам. Вот эта переговорная история, она с саммитом, да, с какими-то встречами, контактами международными, она возрождается, как вы видите? Я думаю, она не зависит от этих саммитов, да. То есть надо разделять. Надо разделять вопрос перспектив членства Украины в Евросоюзе. Ведь до войны злые языки шутили, что Украина вступит в Евросоюз после Турции. Но Турция не вступит в Евросоюз никогда. Вот. И, к сожалению, это имело основание. То есть нас явно мариновали предбанники. Но и тут, учитывая то, что все-таки к Украине очень существенно изменилось отношение и в общественном мнении, то есть выступать против членства Украины в Евросоюзе, это, собственно, плевать против ветра. Там же все-таки матерые, прожженные политики, они прекрасно понимают, что в большинстве стран членство Украины в Евросоюзе воспринимается позитивно. Да, там, допустим, есть скептицизм Германии, там, в Австрии, там, в Греции по отношению к Украине. Это страны, имеющие особое отношение с Российской Федерацией, и это сказывается. Но в большинстве стран к этому относятся позитивно, тем более, что наши соседи Польша, страны Балтии. Вот. И явно у нас есть серьезные лоббисты среди стран Евросоюза. Но будет ли это? Да, возможно, сейчас это пообещают. Да, резолюции Европарламента, как говорится, скажут окей. Но когда все это произойдет, я думаю, что все-таки процесс будет не быстрый. То есть, да, нам скажут, да, мы двери открыты, но когда будут выполнены условия. А дальше может просто начаться бюрократическая игра. Вот. В конце концов, понимаете, у многих там есть ожидания членства в Евросоюзе, как, собственно, потому что, как говорится, потекут молочные реки с кисельными берегами. Этого не произойдет. Так уже текут, Андрей. Это же не зависит. Это зависит от геополитики. То есть, если есть интерес в Украине, если есть интерес к тому, чтобы Украина не превратилась в серую зону наподобие Ливии или Афганистана, будут вкладывать деньги. Но я все-таки думаю, что ключевую роль здесь, как говорится, в определении нашего будущего будет играть не Евросоюз, а Соединенные Штаты. Вот. И у Соединенных Штатов есть определенная заинтересованность в том, чтобы, Украина оказалась, у них были период президентства Трампа были очень тяжелые и серьезные разногласия с той же Германией, отношения с Евросоюзом были расстроены. Сейчас Путину дело пошло на поправку. И, скажем, единство стран-членов НАТО приобрело несколько иные формы. И, скажем, Евросоюз как-то по-другому все-таки смотрит на Соединенные Штаты Америки. Да и Соединенные Штаты Америки превратились в крупнейшего поставщика газа, оттеснив «Газпром» на второй план. Очень многое поменялось. Поэтому и вот в этом контексте Украина может оказаться кстати. Если нам не помогут наш, как говорится, партнер, то это может растянуться. Соединенные Штаты в состоянии этот процесс, учитывая там возможности дипломатии Британии, Соединенных Штатов, этот процесс можно
несколько. Я бы хотел, чтобы вы в контексте этого прокомментировали два заявления в контексте позиционирования Соединенных Штатов в российско-украинской войне. Заявление первое – это Дональд Трамп, который раскритиковал, ну, понятно, действующую власть в Америке, сказав, что нужно не только там оружие поставлять, а еще и выходить на переговорный процесс. Ну, до этого он заявлял, что если бы он был президентом, все закончилось бы за один день, и, соответственно, война бы в Украине остановилась. Но вот в дополнение к этому, как вот еще одна грань определенного поиска решений в Штатах украинского вопроса, это как бы мнение колумниста и профессора университета Хопкинса Хэла Брэндза. Он сказал, что эскалация для деэскалации – это изящная дипломатическая формула. Цель США – независимая и сильная Украина. И эта цель, по его мнению, не обязательно требует возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. Отличная аллюзия на вот эти материалы в швейцарской прессе, что Бернс приезжал, чтобы 20% территории обменять на мир. Это конечно, опровергли. Вот уже сегодня и в Белом доме, и Песков говорил, что никто ничего не знает. И вообще визита в Москву не было. То, что в Киев, то Киев, а в Москву никто не приезжал. В общем, интересная кулуарная игра закручивается, не находите? Безусловно. Я об этом и в прошлом году говорил, о том, что, собственно, все упирается, к сожалению, не только в стойкость наших солдат и офицеров, но и в возможности военной, материальной, финансовой поддержки Украины. Ну, ведь по большому счету, знаете, ну, уже мелькает цифра, что первые два месяца это на таможне. Там чуть более 30 миллиардов, налоговые чуть более 30 миллиардов, 152 миллиарда в бюджете – это внешние источники. Армия, ну, собственно, содержание почти миллионной армии требует колоссальных средств, которых у Украины, украинская экономика не в состоянии генерировать. И в этом плане мы абсолютно и критически зависимы. Да, можно говорить, нам, мы боремся за свою независимость, но, тем не менее, мы становимся все более зависимыми от внешней помощи. Поэтому, ну, знаете, можно говорить все, что угодно, но рычаги у наших партнеров, прежде всего Соединенных Штатов, Евросоюз, страны Евросоюза, европейские страны, члены НАТО, там, Великобритания, они, ну, собственно, они не в состоянии оказать такого масштаба помощи, чтобы мы обеспечить ведение континентальной войны. А вот Соединенные Штаты, да, плюс финансирование. И в этом плане, ну, мы очень крепко будем зависеть от их доброй воли. Дальше 2024 год, я думаю, у команды Байдена нет планов идти на выборы с продолжающейся войной. То есть это может стать, ну, собственно, прилететь, превратиться в проблему для демократов. Знаете, у нас уже были, как говорится, секты свидетелей Джевелинов, Байрактаров, Хаймарсов, ну, теперь секта свидетелей Леопардов. Знаете, ну, а вы уточните, ожидать... свидетели Леопардов один, два? Ну, один, два, там, Челленджер, Абрамс, ну, как бы на слуху у всех Леопарды. Хотя, ну, машины несколько отличаются. Допустим, у Челленджера вольфрамовая прослойка в броне Дорчестер. А это очень дорогая вещь. Там получается килограмм вольфрама стоит порядка 600 долларов. Вот. Ну, чтобы понимать, что... И британцы страшно опасаются того, что танк, допустим, какая-то подбитая единица техники может попасть в руки русских. И, ну, а это... как говорится, тщательно оберегаемый секрет, как и до этого многослойная броня Чопхен, сейчас это Дорчестер. У американцев вот эта композитная броня, она с использованием обедненного урана, которого у американцев, ну, собственно, избытки. Ну, работа атомных станций, то есть атомная промышленность, вот этот обедненный уран, то есть обладает тоже чрезвычайной плотностью, но точно так же они, по-моему, не горят большим желанием, чтобы, ну, эти танки оказались, как говорится, на первой линии. Я думаю, что мы получим какие-то более упрощенные версии.
Ну, а 14 челленджеров, понимаете, что кардинально на расстановку сил не повлияют. Вот, да, вот были моменты в поставке Хаймерсов, это сразу же отразилось, то есть их работа по базам хранения артиллерийских боеприпасов в российской армии тут же, ну, собственно, отразилась на снижении эффективности и плотности огня российской артиллерии. Что да, то да. И было бы больше, было бы еще лучше. Поставка вот этих противорадиационных ракет, ХАРМ, тоже. Это, то есть то вооружение, которое дает качественное преимущество на поле боя. Ну, вот ну, военные эксперты, допустим, тот же Ильюс Тамзаде, он недоумевает, почему Украина, допустим, не, ну, вопрос получения F-16 не перешел в практическую плоскость. Ведь в Аризоне у американцев там несколько тысяч самолетов, которые находятся на хранении. То есть это не то, что вот, как нам рассказывают, что танки, там завод в Огайо делает всего лишь 12 машин в месяц, а впереди заказы Тайваня, заказы Польши, и только потом украинские заказы отработают. То есть, соответственно, минимум там, полгода, 9 месяцев, прежде чем дойдут руки до украинского заказа. Ну, аналогично нам и, собственно, представители европейских стран рассказывают о том, что у них ограниченные возможности военной промышленности. Но есть то, что находится на базах хранения. Ну, знаете, это как-то вот так по-украински тоже. Я вот сколько слежу за вот эти всей оружейной историей. Вот, мол, вот мы вам выделим, изготовим для вас. Вместо спасибо мы говорим, погодите, так у вас же вот он на складе есть. Давайте-ка передавайте со склада. Может, то, которое на складе... вооружение, оно, ну, скажем так, не подготовлено тоже, может, оно для других целей предназначено. Ведь, собственно, залезть другому в карман, особенно помогающему, ну, как бы вот такая достаточно интересная психология. Нет, ни в коем случае. Я как раз не из тех, кто считает, что необходимо, как говорится, хулить тех, кто, как говорится, руку дающего, но, собственно, давайте, как говорится, без двойной бухгалтерии. Поскольку задержки и оттягивание вот этой помощи во времени, ну, они оплачиваются кровью украинских солдат, мирных жителей. Ну, ведь были бы, допустим, ну, хотя бы, не, возможно, да, опасаются, что мы используем там американскую авиацию для ударов по территории Российской Федерации. Ну, поставьте в комплектации, которая обеспечивает задачи ПВО, чтобы преградить вот этот ракетный террор. По крайней мере, в сочетании с ракетными комплексами, там, использование тех же F-16, они могли бы, ну, кардинально уменьшить ракетную угрозу и возможность применения авиации против мирных городов. Тем более, что такие факты были вот в Бородянке. Ну, прекрасно помним, как в самом начале вторжения, когда... Там и просто сбросили полутонную бомбу на многоквартирный дом. Поэтому надо понимать, с кем мы имеем дело. И поэтому, собственно, лучше все-таки, чтобы руки были не пустые, а вооружены. Тем более, что такие ресурсы у Соединенных Штатов есть. И когда, вот, прекрасно помню историю войны судного дня, когда воздушным мостом, то есть и первые дни войны, да, после форсирования Суэцкого канала, ну, ситуация для Израиля висела на волоске. 48 часов ситуация была критическая. Ну, американцам хватило этого времени, чтобы наладить воздушный мост и самолетами. Это в 73-м году, 50 лет тому назад, перебросить через полмира и танки, и истребители «Фантом», «Скайхак», то есть закрыть ну, те потери, которые понес Израиль. И в итоге он выстоял и победил. Да, то есть, ну, есть Израиль. Поэтому, да, поэтому нам, к сожалению, нам дают ровно столько, чтобы, да, мы не проиграли, но не дают достаточно, чтобы мы выиграли. А, к сожалению, вот в войне на, как говорится, на измор, ну, как говорится, то есть, знаете, пока Россия от санкций загнется, ой, сколько у нас проблем будет. Андрей, я, возвращаясь на полшага назад к танковой теме, хотел бы
ну вот какой-то ответ проанализировать, который зреет, да, в России против вот этого, вот этих поставок вооружения. Понятно, Путин заявляет о танках с немецкими крестами, которые идут к границам Российской Федерации в Волгограде. Очень символично. Понятно, что есть уже инициативы бизнеса, ну, там, вознаграждение за подбитый леопард, Абрамс, вот когда он будет на фронте, это прям тоже отдельная дискуссия. Но есть еще, ну, другая сторона медали вот этого ответа. Это танки-прорыв, которые вот именно сегодня показали вот в России, там на полигонах, как они тренируются. Это Т-90, новейший российский танк. Мол, есть чем ответить. Как бы вчерашнее заявление Путина и пояснение Пескова того, что сказал Путин, эти там кадры, эти, скажем так, сообщения, они подкрепляют. Что вы думаете? Танки на танки? Самолеты на самолеты? Или, или знаете, все-таки, ну, есть риски гораздо, ну, скажем так, серьезно, более серьезного оружия? Ну, вчера в Волгограде Путин снова вернулся к теме угроз применения ядерного оружия. Ну, знаете, ну, как бы житейская мудрость подсказывает, что собака, которая лает, она не кусает. Вот. То есть, когда часто в суе поминают такую, ну, собственно, вероятность, как правило, ниже, чем, ну, достаточно вспомнить, что Соединенные Штаты, когда применили, они не анонсировали атомные бомбардировки. То есть, ну, предполагает элемент внезапности все-таки применения. Поэтому я думаю, что до тактического ядерного оружия дело не дойдет. Более, ну, есть целый ряд факторов, которые минимизирует вероятность применения. Но российская армия достаточно противотанковых ракетных комплексов. Ну, любое то, что... Ведь история войн – это всегда борьба щита и меча. Да, ну, собственно, те же «Корнеты» тоже вполне эффективный противотанковый ракетный комплекс. Есть ракетное вооружение на тех же боевых вертолетах. То есть там, ну, как бы не являются «Леопард», и «Абрамс», и «Челленджер» таким-то «Вундерваттер». То есть они эффективны только в условиях, это элемент сетицентричной войны. То есть когда есть, с одной стороны, ситуационный контроль поля боя, применение беспилотников, применение технических средств, которые позволяют увидеть противника раньше, чем он увидит тебя, ну, то тогда да. Тогда проявляются те преимущества тех же леопардов, тех же абрамсов, которые, ну, способны увидеть раньше и выстрелить первыми. Но если бросить их просто, как говорится, на прорыв, то, как это делало прошлой весной российской армии, то результат будет плачевный. Точно так же эти танки будут уничтожаться, подбиваться, как говорится. То есть, как их применять? То есть, если все это будет, как говорится, элементом системы войны четвертого поколения, тогда да, тогда эффект будет. Если это будет, ну, собственно, бросят в бой, вне, как говорится, вот этой сетицентрической системы, то результат может оказаться плачевным. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете по поводу тех тем, которые мы подняли. У меня есть еще, скажем так, одна большая вот такая вот, ну, интересная, да, несколько может быть большая, но интересная тема, связанная с Америкой, и, конечно, внутренний украинский вопрос. Начнем с Америки снова, да, я как бы вот ситуация вокруг Соединенных Штатов, отношений, какая-то странная пошесть просто. Все средства массовой информации Запада написали о воздушном шаре китайском, который летает над Соединенными Штатами, и переполошились там все, да, руководители военных ведомств. Ну вот, если так посмотреть на ситуацию так со стороны, то вот мы же видим, да, вот когда вот есть современное оружие, какие-то системы, а тут вот китайцы якобы запустили воздушный шар наблюдения, да, разведки, и вот теперь не знают, что с ним делать в Соединенных Штатах Америки, сбивать, не сбивать, что это за угрозы. Сегодня, кстати, Ермак и Зеленский созвонились с Милли и Салливаном,
и тоже там ситуацию на юге, на востоке обсудили. Как вы думаете, вот противодействие Китаю, которое назревает у Соединенных Штатов Америки, способно ли закрыть вообще, как бы, или призакрыть, прикрыть, да, вопрос помощи Украине? Знаете, ну да, действительно, часть американского политикума считает Китай угрозой номер один. То есть растущие амбиции, то, что китайская экономика, если взять реальный сектор именно производства, то есть там не финансовый, информационный, где там очень многое надуто, а реальный сектор, то, возможно, Китай действительно сейчас вышел на позиции первой экономики мира. Но все-таки Китай еще не готов бросить вызов Соединенным Штатам. Все-таки технологически во многом он отстает. Достаточно напомнить то, что Китай до сих пор, у них до недавнего времени были очень серьезные проблемы с освоением производства авиадвигателей. Чего же у них был такой интерес к моторсечи? Всего 9 стран в мире, которые владели технологией производства реактивных авиадвигателей. Украина была в их числе. Была, еще раз подчеркиваю, поскольку, когда мы активно занимаемся декоммунизацией, деколонизацией, дерусификацией, мы говорим гудбай очень многим вещам, таким как ракетное производство, авиапром. То есть, к сожалению, эти люди, как кораблестроители Николаева, в подавляющем большинстве уедут куда-то там в третьи страны, в ту же Южную Корею. Вот, но, как говорится, чтобы не чувствовать себя чужими у себя дома. То же самое происходит и с, собственно, с другими высокотехнологичными отраслями, которые достались наследство Советского Союза. И вот этим объяснялся интерес Китая. Но вернемся к Китаю. Соединенные Штаты и Китай, знаете, какой оборот торговли в прошлом году был у Китая и Соединенных Штатов? 750 миллиардов. На минуточку. У Российской Федерации и Китая 140. По-моему, о чем это говорит? Потому что, да, другая часть экспертов, которые смотрят под углом, скажем так, экономического национализма, сидят в Соединенных Штатах, они говорят про Чайную Америку. То, что ни одна страна, если начнет действовать друг против друга, она не может нанести ущерб другой стороне, не нанося, не, как говорится, не стреляя себе в ногу. Поэтому я думаю, что как раз экономические интересы, очень плотная экономическая взаимосвязь Соединенных Штатов и Китая может оказаться вот этим сдерживающим фактором, который там... Да, есть прогнозы о том, что могут столкнуться там из-за Тайваня, но... уже очень плотно завязан. И попытки, собственно, разорвать вот эту экономическую взаимосвязь, она обернется глобальным экономическим катаклизмом. Да, интересно, Андрей. Ну и вопрос по поводу зачисток Минобороны. Как бы лес рубят, щепки летят. Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опроверг информацию, которую распространяли многие. Да и, собственно, я распространял, мы демонстрировали, все журналисты как бы делились этим паспортом. Оказалась ошибка, фейк, он это признал. К сожалению, да. Это вообще, мы все становимся, к сожалению, жертвами вот этой политики хайпожорства. То есть, понятно, что у нас иногда вот из таких вещей, типа вот записки списка жлобских желаний начальницы налоговой. Да, погодите, это... вы читали этот список? Очень хорошие и такие достойные желания. Не об этом идет, а речь надо вести о 15 миллиардах НДС. А это, вот знаете, как уводят дискус в сторону с помощью... То есть это элемент, вот как паспорт Лиева, это элемент манипуляции. То есть, вот эти же вещи я очень хорошо чувствую, когда кто-то дергает вот эти ниточки. А за ниточки сейчас дергают, причем за вожжи, я бы сказал, украинцы. Понятно, что чего не поняли, собственно, наши власти держащие. Да, вот до середины прошлого года был упущен момент, когда можно было все-таки
понимаю, что война, вот, что ни говори, лозунг «все для фронта, все для победы» был правильным. А у нас все для рейтинга и имиджа. И это оборачивается против победы, к сожалению. То есть, не меняя систему, не адаптируя ее к условиям, не переводя экономику на военные рельсы, ну, на что мы можем рассчитывать? Только на, как говорится, то, что нам подставят плечо. А если в какой-то момент скажут, ну, извините, дальше сами. Все. Что? Ну, Соединенные Штаты в этой ситуации, ну, собственно, они, извините, кто девушке платит, тот ее и танцует. Я приводил цифры. 152 миллиарда внешней, как говорится, помощи в бюджете, без которой бы, ну, мы не свели бы концы с концами. Да, а заработали 110, по-моему, да, или 120? Да, то есть да, явно, ну, экономика Украины не тянет. Хребет перебит, как бы там ни было. Но за деньги американских налогоплательщиков, за воровство на деньгах, которые, собственно, заработаны американцами, откусят голову и руки. И в этом сомневаюсь. Вот это вот не поняли. То есть это, как говорится, одна страна. То есть, ну, что очень многие вот в системе, а украинская система власти как была, так и осталась. То есть, это, то есть власть рассматривают не как средство там продвижения интересов страны, каких-то политических программ, а как бизнес с 1000% рентабельностью. Вот. И за другим коридоры власти, увы, не приходят. То есть, соответственно, вот американцы прекрасно знают, что есть теневой бюджет Украины. И, собственно, они хотят все-таки, чтобы как-то здесь что-то изменилось, и все-таки, чтобы коррупционная лента, ну, она вошла в какие-то разумные рамки. Ну, знаете, ну, действительно, ну, как бы, яйца по 17 гривен, это, что называется, с перебором. Так нет, а кого наказывают, правильно... Андрей? Предпринимателя, который продал. Да, вот. Потому что, причем я думаю, что и Резников вряд ли, как говорится, был в теме вот этих, ну не занимается министром. Это, ну, как бы среднее звено, ну, у которого потом находят, как говорится, уже там не трехлитровую банку, с которой там смеялись у судьи Чауса, а, как говорится, диван, набитый деньгами, там, миллион долларов. Все равно это обыкновенного, как говорится, зам министра обороны. То есть по другим ведомствам то же самое. То есть редко, скажем так, это надо было быть очень неспособным замминистров, там, чтобы не косить там, 1000 по 200 баксов в месяц, там, сидя в Минтрансе там, лет 10 тому назад. Ну, сейчас говорить не буду, чтобы не обижались, но возможности то остались. И соблазны колоссальные. И тем не менее, вот во время войны, сколько бы мы там не стенали о том, что, как говорится, столько откусывать это мародерство, будут доить. Но с этим не будут мириться американцы. И да, они, собственно, я думаю, что очень многое, даже то, что нам не нравится, в гуманитарной, там, в религиозной политике, ну, с ветер дует оттуда. Но, как говорится, мы даем деньги, мы имеем право требовать. И в том числе и мы видим и политическую зачистку. Я думаю, Юлия Владимировна не просто так прилетела. Собственно, готовится почва. Выборы неизвестно, когда будут. Они могут быть там через год, через два, то есть могут устроить плавный трансфер власти без выборов, ну как проводить выборы в условиях военного положения. Отмени военное положение, открой границы, тут полстраны сбежит. Вот это же тоже никому не надо. Поэтому, но очень многих, кому мы так привыкли за все эти годы, мы на политической сцене уже не досчитаемся. То есть, были за другие персонажи. И многие, как говорится, тех, кого мы вот в данный момент не видим. Ну, то есть, как говорится, очертания вот этого нового мира, ну, американцы будут делать какое-то подобие Колумбии в Европе. Вот Колумбия, это, как говорится, образцовая латиноамериканская страна, находящаяся под патронатом Соединенных Штатов, то есть, где, ну, как говорится, вот последние 40 с лишним лет очень сильно и заметно влияние Соединенных Штатов. И да, Соединенные Штаты там помогли справиться там с засильем наркобаронов. Там жил бы тоже был свой, ну, понятно, не Коломойский, но Пабло Эскобар, который тоже, помните, сериал «Наркос», который считал, что он может, как говорится, волю вязать. Ну, собственно,
Очень быстро обломали, как говорится, разобрались с этим субъектом. Вот. И нас, ну, собственно, хотите заглянуть в будущее Украины, ну, посмотрите, ну, как там в Колумбии все это развивалось. Хотите жить в Колумбии, да. Андрей? Ну, не хочу, честно говоря. Там начинают, как там правые разбирались с помощью парамилитаристов, там, с профсоюзными, с левыми активистами. То есть там понятно, что левые партизаны тоже представляли, ну, весьма специфическую публику. Это тоже не герои моего романа. Но в итоге, как говорится, жертвами всего этого становились простые люди, которые тоже, ну, собственно, благо была возможность там, говорится, эмиграции в другие страны. Но, как бы, Колумбия отнюдь не представляет собой пример успешной, эффективной экономики. Да, ну, как говорится, по сравнению с тем, что там было в 90-е годы, ну, как бы ситуация немножко нормализовалась. Уже нет той партизанской войны, засилья там, наркокартелей, которая была в 90-е, но это далеко не оазис было получить. Другие страны, да, допустим, та же, как говорится, Бразилия, Чили, ну, выглядят как-то поубедительнее. Да. Вот. Но, да, если вернуться все-таки к нашим, ну, мы же сейчас видим, потому что, да, знаете, обыск у Коломойского, который продолжался полтора часа у людей, знакомых со спецификой работы правоохранительных органов, вызвал гомерический хохот. Ну, понимаете, ну, то, что обыск в большом там, частном доме за полтора часа не проводится. За полтора часа можно сделать только для демонстрации. Как говорится, мы работали... Ну, потом же нашли понятно, черную что... кассу какую-то в подвале. Они с печатями, да. То есть, любые люди, работавшие в системе привата, ну, аффилированные с Игорем Валерьевичем и Боголюбовым, они прекрасно знали, что где находится. То есть, это не было военной тайной. Но для Соединенных Штатов вот критерий серьезности антикоррупционных намерений – это действия в отношении Коломойского. Вот эти действия показали. То есть, но я думаю, аппетиты, ну, там пойдут и дальше. Ну, пока мы видим разделение труда. У нас недовольными занимается СБУ, а довольными жизнью НАБУ. Да, спасибо вам большое, Андрей, за ваше время и ваши мысли. Друзья, спасибо большое за просмотр этого видео. Напишите вы, хотите ли жить в Колумбии, кто кем занимается. Очень интересно почитать ваши комментарии. Также подписывайтесь и берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.